Государственный пожарный надзор отметил 90-летие со дня своего образования. Празднование началось с традиционного возложения цветов к монументу славы пожарным и спасателям. Их служба и опасная сложна. Главное назначение госслужбы неизменно – это предупреждение возгораний. По словам специалистов, за последние 10 лет количество пожаров уменьшилось примерно на 30%. Работа государственного пожарного надзора не так проста. Она заключается не только в проверках надзорных мероприятий, она еще и заключается в профилактических мероприятиях, в инструктажах, обучениях и дальше в такой же подобной работе. Виновников торжества поздравил председатель ЗАГС Собрания Анатолий Бакаев. Он напомнил о нужности и важности выбранной профессии. От имени всех депутатов Законодательного собрания, да, наверное, всех депутатов всех уровней, сегодня пришел поздравить вас с этим замечательным праздником. Праздником настоящих смелых, умелых, мужественных людей, труд которых и профессия которых очень и очень нужна нашему обществу. Сотрудники и ветераны службы, а также учащиеся кадетских классов были награждены благодарственными письмами, почетными грамотами и нагрудными знаками. Наша школа выиграла первое место в пожарной агитбригаде. И мы, вот наш 8-й класс и 6-й приехали сюда, нас пригласили. Мы рассказывали стихи, представляли, что нужно, что если возникнет пожар, что нужно делать, как предотвратить эту ситуацию. А главный региональный инспектор по пожарной безопасности, генерал-майор внутренней службы Игорь Киселев, в честь праздника добавил к отпуску юбиляров еще один день. Эльвира Зямалова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.